Показываю товар на блошином рынке в городе Герц, Австрия. Вот такой вот кофейный сервиз, 30 евро. А здесь получается 6 персон, Винтерлинг. Очень нежный сервиз. Рядом расположился тоже интересный сервиз. В голубой орнамент, цветок, 15 евро. Он кофейный. Клеймо Блонзидель, Германия, Бавария. Он 6-персонный. Кофейный сервиз на 6 персон. Стоил он 20 евро. Клеймо здесь Хутченройтер. Обычно бывает марка со львом, символ высокого качества. Крупнейшая фарфоровая фабрика в Германии. Невероятной красоты чайные трио. 10 вот таких вот пар. Чайные трио по 15 евро. Тут продавец объясняет, что если брать все, отдаст намного дешевле. По 13 евро.